зовут Вадим Старов, я являюсь президентом Международного центра русского рукопашного боя «Русский стиль. Боевая система спецназ». Мы с вами находимся на нашей загородной базе Святая Нектариевая пустынь, 30 километров от Твери, где в эти дни у нас пройдет семинарское занятие по ножевому бою. Его Величество нож. Боевым ножом официально может называться нож, который принят на вооружение в спецструктурах и в армии. В каждом спецподразделении свой нож в зависимости от целей и задач. Система спецназ, специализированный курс ножевого боя. Занятия проходят как в залах, спортивных учебных городках и в учебно-тренировочных центрах. Сейчас мы с вами находимся на поле. Занятия зимнее время, неустойчивое положение. И в этой ситуации мы будем отрабатывать курс ножевого боя. Все начинается первое. Это стойка, хват оружия. Нож направлен вверх. Это прямой хват ножа. Нож направлен вниз. Обратный хват. Нож направлен вперед. Это фехтовальный хват. Существуют скрытые хваты ножа, которые применяются при доставании оружия из-за рукава. Доставание ножа за голенище сапога. И, возможно, также в уличных условиях может быть в кармане. Стойка. Перемещение, передвижение в стойке осуществляется за счет шага с подшагом. От шаг задней ноги назад, оборонительная стойка. Шаг правой ноги, открытая стойка. Это прямой удар, это боковой удар и это удар снизу. Обучение ножевому бою начинается с отработки удара. Первые удары, которые мы тренируем, это прямые удары. При нанесении удара локоть не отводим за линию корпуса. Удары идут от таза. Короткие удары за счет маятникового движения, скручивающего движения. Также удар наносится на шаге. Шаг-удар. Удары отрабатываются по воздуху, удары также отрабатывают или изготовленных манекенах. Перемещение, передвижение в стойке. Это линейное перемещение, передвижение за счет шага с подшагом. Фехтовальная стойка. Предпочтение фехтовальной стойки
удлиняется дистанция, но в то же время есть вероятность потерять нож. Но фехтовальная дистанция предпочтительней. Также мы можем оружие, нож можем кидать, бросать. Перемещение назад, перемещение вперед. Вправо, влево. Аналогично перемещение, передвижение в левосторонней стойке. Шаг вперед, шаг назад. Курс ножевого боя. Просто спир, а второе здесь подрез. Здесь контроль печени, рука контролирует хат. Serp your hand. И... А, нет, был кратчайший. Смотри, отсюда. Ха! Отсюда. И сразу же. И отсюда. Отсюда. О! Отличительная особенность ножевого боя системы спецназ – это система ближнего боя, это бой против группы нескольких или вооруженных противников, и тренировки происходят на различных площадках, как в зале, так и на природе. Приглашаю вас на тренинги, курс ножевого боя. Ближайший тренинг будет проходить с 3 по 5 января на базе Святой Нектариевой пустыни. Курс включает в себя методы оздоровления, специально подводящие упражнения, а также боевые техники и практики работы с ножом.